Очередная серия, наконец, думаю, что сегодня домонтирую чуть-чуть и выйдет. Вот, пока с микрофоном будут проблемы, поэтому слышно будет так, извиняюсь сразу, поэтому сильно не пинайте. Сейчас, короче, вкратце вам расскажу по тормозным передним магистралям, трубкам, там некоторые были нюансы, но сразу начну. Возьму такие вот, в общем, купил два такие переходника, короче, два таких переходничка, переходнички с внешней М12 на внутреннюю М10, то есть тормозной цилиндр это 8, так, сейчас, оп, фокус, тормозной цилиндр это 8 внутри имеет М12, вот большой штуцер, пришлось такие взять переходнички, потому что иначе, ну, просто трубка тормозная, как бы, блин, рассчитанная под М10 штуцер, она просто болтается. Соответственно, вкручиваем сюда такие переходнички. Ну и в эти переходнички уже М10, на которых будет вся магистраль, пойдут сюда. Потом все затянется, завальцуем трубочки. В общем, здесь так. Вот этого ждал долго эти переходнички. Недорогие, что-то там по 3 евро. Какие-то польские. Ну, тут как бы особо не важен производитель. Качество хорошее. И вот установил уже один тройничок. В общем, пойдет отсюда, пойдет магистраль здесь. Здесь. Пойдет сюда в тройничок сверху. И на передний мост пойдут, на правое-левое колесо. Так как у меня нету АБС, соответственно, я его выдрал, то приходится через два тройничка сделать просто напрямую передний и задний мост отдельно. Ну, все так же. Если вдруг кому нужно, то сейчас номера тройничков АТЕшные. Также в суппортах А3 с восьмерки, которые пойдут назад, у меня раскрошились два поршня, маленький и большой с одной стороны. Соответственно, заказал новые поршня френкитовские. Вот. Если вдруг кому нужны номера, тоже на всякий случай покажу. Большой, маленький, 44 и 40 диаметр. Вот сегодня установлю их туда в суппорт. Также сделал два таких переходничка с трубочки, с двумя штуцерками. Они пойдут на тормозной шланг от суппорта и пойдут туда, в то место, где он в оригинале крепился, там, где, чтобы он не изгибался, в общем, в той стороне. Вот, ну, потом покажу подробнее. Также вальцевал трубки на таком доисторическом китайском оборудовании. Короче, у меня, блин, сломалось тут одно крепление, болтик один. И, в общем, короче, ну, и трубки некрасиво делает, на самом деле, вообще отстойно. Поэтому пришлось взять на время такое, как более, скажем так, ближе к профессиональному. Ну, далеко до профессионального, но, тем не менее, по качеству просто супер. Красиво делает трубки и, как бы, обжимает все хорошо, ничего нигде там не царапает и так далее. Вот, сегодня буду на этом делать. Ну и дальше покажу процесс, как будет прокладываться магистрали. То есть, ну, на выпуск как раз наберется. Copy Z.
touching fat, touching, hit me. Hit me, 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 Вот, короче, сделал вторую, забыл снять, как делал. Ну, там ничего сложного. Сначала думал по этой же... Это изначально вообще был трафарет. Я думал, что чуть-чуть по кривой трубке измерю и сделаю из ровной. Ну, в принципе, там столько изгибов, что... Ну, в общем, решил ее же и поиспользовать.
передний мост готов. Здесь идет так, потом в оригинальную резиночку переходит. И изнутри так идет. То есть из резиночки выходит. Здесь идет в переходник. Почему именно этот переходник? Потому что здесь, потом внизу, я хочу сделать резьбу. И тогда его можно будет затянуть гайкой сюда. И он будет здесь мертво. Сейчас он пока болтается. Здесь надо будет, короче, нарезать резьбу. И тогда он будет мертво сидеть. Ну и дальше уже идет шланг. Ну и, соответственно, туда под изгиб как раз. Сейчас вот колесо максимально вывернуто внутрь. Ничего нигде не трет, естественно, не задевает. Также, если вывернешь в другую сторону, то все будет идеально. Еще пойдет потом туда, первый контур пойдет назад потом. Там будет посложнее. Пока получилось так. Здесь то же самое, можно посмотреть, что... При максимально вывернутом колесе, то есть нету никакой натяжки, то есть ход есть еще, изгиб специально сделан от суппорта, соответственно, здесь тоже через такой же переходничок. Ну, потом здесь все будет, конечно, покрасивее чуть-чуть, вот, ну, пока так. Ну что, народ, такая серия сегодня получилась, коротенькая, но, тем не менее, заняло у меня все это где-то 4-5 часов. Чтобы все красиво сделать, пару раз на этом посигнул, трубки на помойку пошли, забыл, что сырая, деть развальцевал уже, короче, переделал, вот, передняя сторона готова, дальше надо будет на задний мост провести, под нищим, там уже посложнее, снимать не так удобно будет, ну, получилось неплохо, в принципе, сейчас поеду к токарю, нарежут на переходничках, которые там вот я показывал, резьбу, посмотрим, хватит ли там стенка всего 4 мм, по-моему, я думаю, что должно хватить, по идее. Вот, и тогда можно будет закрепить и делать уже задний мост, ну и наконец-то прокачать тормоза. И тормоза будут, мотора не будет, но ничего, скорый мотор будет. Короче, такая получилась серия, всем спасибо за просмотры. Если кому чего интересно, там спрашивайте в комментариях, может быть, что-то там снимать как-то по-другому, что-то лучше, больше говорить, я не знаю, там какие-то вещи показывать еще помимо машины, там, ну, какие-то... Про что-то, может, хотите, чтобы я рассказал, там, не знаю, про мотор, про коробку, про еще что-то. То есть, ну, в принципе, могу. Так что пишите, если что. Всем спасибо, пока.